Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнита Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишнаве Бхио Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Лам Хетгирим Ятки Патамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сибавиринчанутам Сараньям Витатихам Панатопад Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Джатпад Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи, такима пикапавадушу адарши, Пурнану рагара сасагара сара муртихи, сарадикама и када кипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламмита Бхужау Канака Бодхато Шанкиртанай Капитару Камалая Такшу Вишам Бару Диджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Пьякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Буктинча Муктинча Дадасинитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пахарам Варанаси Прапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасва Бадане Лакшмир Джасша Чабакшаши Джасасте Хиде Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Чинтамани пакра садма сукалпа викшо лакшабхите сусарвиро випалаянтам лакши шахаша сасасамма сиббамавадам
Shabbamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajam. Chinta Muni Pakara Sadmasukalpa Bhiksham Lakshabhite Susurabhi Ravipalayantam Lakshi Shahasa Satasamma Shabbamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, жизнь наша предназначена для поисков Кришны. Для того, чтобы отыскать Его. С незапамятных времен мы скитаемся по материальному миру. И в этой жизни мы взрастили какое-то минимальное сознание. Поэтому нам необходимо изо всех сил стараться понять, кто такой Кришна. Но этого будет недостаточно. Увидеть Дхаму, увидеть лилы и принять в них непосредственное участие. Необходимо отдать все, чтобы принять участие в этих лилах. Я оставил свой дом для того, чтобы отыскать Кришну. Я оставил своих отца и мать в поисках Кришны. Но когда я приехал сюда, все вы начали выражать непочтение и любовь. И я забыл, в конце концов, о своей цели жизни, о цели своей жизни. Я погрузился в материальные вещи, которые постепенно уводили меня в тьму невежества. Хотя с внешней точки зрения казалось, что я совершаю баджан. На прошлой картике я говорил о Гопи-гите. И то, что делали гопи после того, как Кришна покинула танец раса, есть настоящие поиски Кришны. Для нас не так уж и важно, найдем мы Кришну или нет, мы не так заняты идеями об этом. Мы не отдаем первостепенную важность. Не понимаем, что это первостепенная важность. Мы не думаем так, умереть или найти, встретить Кришну или умереть. Если мы испытываем разлуку, if the child going away from this material world, I have seen a man become crazy. Я сам видел, как когда маленький ребенок подрастает, в конце концов, и покидает родительский дом, и родители в разлуке сходят с ума. Раджа Читракету был невероятно могущественным царем. Он управлял всем миром. Он очень хотел ребенка, у него не было сына. Из-за того, что в этой жизни, из-за особого проклятия, из-за прошлых своих дел, в этой жизни некоторые люди не способны иметь детей. И Читракету Махарадж был одним из них, из таких людей. Тем не менее, он хотел ребенка. Очень сильно хотел. Однажды Ангира Риши пришел к нему. Он сказал, что мне очень плохо от того, что у меня нет ребенка. И Риша сказал ему: на самом деле, тебе не по судьбе иметь ребенка, у тебя нет такой удачи. Father of Gokarnaji Maharaj, I want to
I want to clarify this point. I mean, what point? How painful situation of bonded soul. Я тем самым, рассказывая это, хочу показать, насколько плачевно положение дживы, обусловленной души. А затем мы отправимся на Дхамма Парикраму и получим благо. Прежде всего, только необходимо понять значимость, ценность Парикрамы. Мы очень хорошо понимаем ценность денег, ценность богатства. Нам не нужно никаких особых объяснений, чтобы понять ценность земли, домов, денег. Но проблема в том, что мы не понимаем ценность Бхагавата Дхаммы, Бхагавата Севы. Атмадевджи Махарадж, отец Гокарна Махараджа, Гокарнаджи, он также хотел ребенка. В лесу неподалеку жил один саду на берегу озера. И из-за горести, из-за переживания от того, что у него нет детей, отец Гокарнаджи Махараджа отправился в лес. Есть такое правило в нашем обществе, что те, кто женаты, но нет у них детей, не могут, у них не появляются дети, то есть они считаются как проклятые, то есть их, то есть они в обществе считаются неуспешными людьми. А считается, то есть в доме, где нет ребенка, где у кого нет детей, нельзя даже пить воду. И Атмадев Махарадж очень сильно переживал по поводу того, что у него нет детей, и он решил, лучше я покончу жизнь самоубийством, отправлюсь в лес. Он пошел в лес, там рыдал и встретил саньяси. Саньяси спросил, что ты плачешь? У меня нет детей. Я должен, мы должны родить ребенка, иначе я покончу с собой. И саньяси ответил, я вижу, что все семь жизней тебе невозможно обрести ребенка. У тебя не родится ни дочь, ни сын. Семь жизней. Что ж тебе так страдать от этого? Зачем тебе, ты не откажешься от этой идеи? Почему ты с таким упорством этого хочешь? И Атмадевджи, услышав об этом, решил умереть. Он сказал этому саньяси, ты обязан благословить меня силой своего баджана, чтобы у меня родился ребенок, иначе я совершу самоубийство. Саньяси стал переживать по этому поводу. Он взял из сумки какой-то плод, прочитал над ним мантру и вручил его Атмадевджи Махараджу. Держи, дай этот плод своей жене. Атмадевджи Махарадж пришел домой, вручил плод жене. Много там еще чего происходило, я вкратце говорю. В конце концов, проблема в том, что плод этот съела корова. Потому что жена Атмадевджи Махараджа была очень разумная, умная, хитрая и в то же время жестокая. Она не хотела беременеть, не хотела рождать ребенка и отдала корове. Корова забеременела и родила замечательного мальчика. А тело этого мальчика было человеческим, только уши были коровьи. И он был замечательный по характеру, преданный.
Атмадевджи Махарадж захотел посетить места паломничеств, паломничество по святым местам совершить. И в точности не рассказывается вся история, но говорится, что Махарадж говорит, что там есть, там был еще один ребенок, один сын, который был крайне, крайне плохим по характеру. То есть, и он переживал, что это такой ребенок, он разрушит всю нашу династию. И он опять отправился в лес. Он думал, что ему как-то надо разрешить сложившуюся ситуацию. Он опять пошел в лес, чтобы вновь с желанием совершить самоубийство. Когда он впервые пошел в лес, он совершенно по другой причине туда пошел. Он хотел ребенка. А сейчас он уже спустя время пошел совершать самоубийство потом из-за своего ребенка. Из-за своего сына. Потому что он был, то есть он был столкнулся с огромными проблемами от того, что у него такой сын. Итак, к чему это все, вся эта история? Заключение в том, что обусловленная душа не понимает, что ей надо. Она не понимает, что ей нужно для того, чтобы стать счастливой и удовлетворенной. Поэтому обусловленная душа постоянно претерпевает различные проблемы, трудности. Она просит счастья, а когда получает то, что, казалось бы, дарует его ей, просит совершенно обратное. То есть просит избавиться от этого. Итак, наше единственное богатство — это Кришна. И каждый может сказать так, потому что Чайтанья Махапрабху обучил нас этому. Как я живу без Кришны? Говорит Махапрабху. Поразительно. Я должен был умереть без него. Почему же я не умираю? Махапрабху говорит, что говорит, моя жизнь подобна жизни насекомого. Для чего? Ради чего я забочусь о своем бесполезном теле? Мне нужно умереть. Как возможно жить без Кришны? Как я живу без Кришны? Он рыдал день и ночь. Однажды Горкишордас Бабаджи Махараджа спросили, как нам увидеть Кришну? Вы должны плакать день и ночь. Вы плачете по деньгам, плачете по жене, по детям. Теперь же вы должны плакать по Кришне. Если вы сможете делать это день и ночь, вы обретете его. Другого способа нет. Один человек из Шантипура приехал сюда, чтобы совершать баджан вместе со своей женой
принять уклад жизни в Анапрастхе. Он припал к лотосным стопам Горкшрита Бабджи Махараджа, объяснил свою ситуацию. «Откуда? Откуда ты?» «Из Шантипура. Один приехал? С женой». «О, оба вы приехали? Вы вместе живете или раздельно?» «Нет, мы раздельно живем. Она там, моя тут». «А готовите вы как?» «А она готовит». «А, то есть, да, вы кушаете прасад. Сегодня что кушали? Что принимали как прасад?» «О, сегодня были жареные баклажаны, мунгдал, чана раса». И Горкшрита Бабджи Махарадж смеялся, слыша это. Нравится вам жевать? То есть, как вы можете спокойно есть, когда вы теряете свое богатство? Мы теряем свое богатство? Да, потому что Кришна — ваше единственное богатство. И вы теряете его. Как вы можете спокойно жевать жареные баклажаны, когда вы лишены своего богатства? Возможно, у вас есть опыт подобного. Я видел однажды, как маленький мальчик оставил тело. Это был мой младший брат. Он родился с тилоком. Но кто-то его убил. Моя мама крайне переживала. То есть, и все это было на моих глазах. Я видел сам, как мать может страдать по ребенку, страдать за ребенка. Как она может, как глубоко она чувствует разлуку со своим ребенком. То есть мне не нужно рассказывать об этом, я сам это видел. Когда вы в такой разлуке находитесь, вы не можете спокойно пить, есть рис, чапати, что бы то ни было. Все для вас становится ядом. И то же самое Махапрабху говорит нам. Mahaprabhu crying, speaking. Nayanam galada sudharaya badanam gadagada ruddhayagira pulakair nichitam vapu kadatava nama gohane bhavishvati. When I can cry in your name, you are missing from me. Когда я начну плакать по тебе, говорит Махапрабху, ты сердце моего сердца. Он молится лотосным стопам Кришны. Я не могу вынести ни секунды разлуки с тобой. Я покинул свой дом в поисках для того, чтобы найти Кришну. То есть вот такая разлука, которую выражает Махапрабху, которая учит нас Махапрабху. Если она есть, мы сможем войти во Вриндаван. Потом встает вопрос о парикраме и те, кто
испытывает глубокую разлуку, так как это делал Мадхавендра Пурипат, Ишвара Пурипат, Махапрабху. Они могли видеть Хаму по-настоящему. Я знаю многих саду. Я был во Вриндаване физически. Я не говорю о трансцендентном уровне, но я видел там много саду, очень возвышенных. Они никогда ни за что не оставят Кришну. Одного саду я могу назвать, рассказать вам об одном саде. Его звали Сурдас. Во время Кришны, во Вриндаване также жил один Сурдас. Я говорю не о нем. Тот Сурдас тоже очень значимая личность для нас. Он совершал баджан на озере Чандра Саровара. Он был из Нимбарка Сампрадая. Обладал глубочайшими отношениями с Кришной. Он был слеп. И ходил с палочкой. С палочкой, повторяя, Кришна, Кришна. В то время Кришна присутствовал на планете. И спустя долгое время Кришна уехал в Гуджарат. Мадхавендра Из-за страха перед мусульманами, то, что они нападут, Шринаджи, божество Шринаджи было перенесено в Натхадвар. Этому божеству поклонялся Сурдас. И Мадхавендра Пурипат впоследствии его отыскал. Все это происходило в Двапара-югу. Божество поклонялись в Двапара-югу. И уже впоследствии его отвезли в то место. В Матхуру его отвезли в конце концов из-за нападения мусульман. К чему я все это говорю? К тому, что вот этот саду каждый день с палкой ходил к Шринаджи, к божеству Шринаджи. Он ничего не мог видеть, а на большом расстоянии, возможно, больше 8 километров. Он мог идти под дождем, под другими, под в жаре, в холоде, но у него было настолько сильное притяжение к этому божеству, что, несмотря на свою слепоту, несмотря на природные условия, он шел. Зачем он шел туда? Для того, чтобы исполнить песню. Для того, перед Гопалом, для того, чтобы совершить киртан перед божеством, перед Шринаджи. Каждый день. А Шринаджи представал перед ним. Шринаджи Махарадж практически coming in front of that devotee, I mean Сурдасджи, and sitting there. Сурдас singing. Даже Сурдас садился, совершал киртан, и сам Гопал непосредственно приходил, садился перед ним и слушал. Вот это и есть глубочайшая любовь. Однажды Сурдасджи Махарадж упал в колодец. Колодец был пустым, но глубоким.
Пока он, когда он падал, он закричал «Кришна!» И Кришна немедленно проявился и схватил его за руку. За секунду. То есть как только он закричал «Кришна!» в ту же секунду. Он даже не сказал «Спаси меня!» Кришна схватил его за руку и вытащил из колодца. А потом он... А Сурдаджи схватил его и сказал, «Ты Кришна, ты Кришна, не, отпусти меня, отпусти меня». «Нет, я обычный мальчик, пастушок, отпусти меня». «Нет, ты Кришна». Я уверен на 100%. Он его крепко держал за руку и не отпускал. А затем он все-таки вывернулся и убежал. Сурдаджи расплакался. Ты думаешь, я старик, жалкий старик, что ты можешь так убежать, вырваться? Можешь ли ты убежать из моего сердца? Если ты убежишь, вот так вот вырвешься из моего сердца, тогда я соглашусь, что ты по-настоящему могущественный. А сейчас что? Я старик. Немного-то надо силы, чтобы убежать от меня. Итак, прежде всего, прежде чем совершать парикраму, надо понять значимость дхаммы. Прабхупад каждый день на протяжении многих дней рассказывал о славе дхаммы, о том, с каким почтительным настроением необходимо приходить в дхамму, совершать парикраму. В Камбане жил Сидда Баба. Однажды Кришна Баларам пришли к нему и попросили воды. «Я хочу пить. Мы хотим пить. Напои нас». И он дал им воды. На Манаси Ганге он также жил, Сидда Кришна Дас. А другой уже Сидда Кришна Дас жил на Манаси Ганге. Он непосредственно наблюдал все лилы Кришны. Он видел их. Когда лила исчезала из его видения, он испытывал глубочайшую разлуку и бросался в воду. И находился там 5-7 дней. Под водой. И никто его не мог найти, а потом находили, или это был единичный случай, потом нашли и увидели, что с ним все в порядке, он жив. Таким образом, Чайтанья Махапрабху учит нас, что глаза мои как в сезон дождей неба. В сезон дождей дождь может идти, не заканчиваясь, долгое время. И также Махапрабху рыдал беспрестанно. Он сам Кришна, но он обучает нас, как обрести Кришну, как встретиться с Ним. Кришна — это не шутки, это не так, что, совершая, допустим, аскезы, вы можете обрести его. Нет. Поэтому Махапрабху и говорит Шукламбар Брамачари, ты что думаешь, аскезы совершаешь и Кришну таким образом заполучишь? Посмотри, демоны, они так преуспели в аскезах, но что же они получили, чего они добились? Хираньякашипу, Равана, их аскезы не сравнятся ни с чьими аскезами, истязаниями себя. Но каков результат? Кому важны эти аскезы? Кому они нужны? Вопрос в том, насколько близко ты можешь служить Кришне, насколько искренне. Если Шода Ма повторяет, поет Кришна, Кришна, и кипятит для него молоко, а Кришна в это время плачет, что надо делать ей? Нужно служить Кришне или совершать баджан?
То есть, если Кришна будет плакать, а мама Ишода будет повторять святые имена, что и надо делать? Я получаю севу для того, чтобы... Я воспеваю харинам, чтобы получить больше и больше севы. А совершая севу, я... То есть это два взаимодополняющих фактора. Итак, мы хотим называться гаудиями, быть достойными называться гаудиями, поэтому мы должны стараться следовать читанию Махапрабху. Бхактивинода Тхакур, Прабхупад не могли говорить о Кришне, их голос обрывался, их возможность речи, да, речи пропадала, пропадал. Прежде всего, необходимо осознать значимость Дхаммы, ее ценность. Гопи искали Кришну. В Гопи-гите это описано. И браджаваси также рыдают в разлуке с Кришной. Где ты? Где ты? Когда мы встретимся с тобой? Откройте читание Чаритамриту. Хотя вы можете смотреть в книгу, но ничего там не видеть. Но Махапрабху, там описано, как Махапрабху рыдает. Куда? Куда мне пойти? Где я могу, смогу тебя увидеть? Мое сердце разрывается. Нет мне другого выхода. Кришна, скажи, где мне найти тебя? Браджаваси горько плачут в разлуке с Кришной. Где? Где мы можем встретиться с тобой? Гопи среди ночи обыскали весь лес в надежде встретиться с Кришной. Таким образом, мы должны осознать значимость Дхаммы. Махапрабху не позволял Джагадананде отправиться во Вриндаванадхаму. Кто-то называет Джагадананду Сатьябамой. Когда Джагаднанде говорили об этом, он гневался. Я хочу находиться под руководством Радхарани, а вы хотите меня в Двараку отправить? Я хочу следовать Радхарани, а вы хотите отправить в Двараку меня? Говорите, я Сатьябама. И мой Гуру Махарадж написал замечательную статью на эту тему. These are reasons, secret reasons, for why Mahaprabhu wanted to give
Jagadananda, well, at all if you are going, you must stay under the guidance of Sanatana, every fraction of second. И когда Махапрабху все-таки отпустил Джагананду, он сказал ему, чтобы тот всегда оставался под руководством Санатаны Госвами. Махапрабху сам просил разрешения отправиться во Вриндаван Сарвабхаума Рай Рамананды. Они не разрешали ему. Смотри, сейчас зима пройдет, в марте, в феврале, вот будет подходящее время для этого. Когда наступил март, февраль, давай вот сейчас Радхаятра пройдет, потом вступай. И так они ему откладывали его. Его уход во Вриндаван. И в конце концов Махапрабху ушел. А Гададхара Пандит побежал за ним. «Возвращайся», — говорил Махапрабху. «Не ходи со мной». «Нет, не ходи со мной». А Гададхара отвечал: «Я не пойду с тобой, я пойду отдельно. Я не иду с тобой, я иду отдельно. Сам по себе». Они дошли до Катака. И Махапрабху ответил, сказал Гададхара Пандиту: «Ты принял Дхамма Саньясу, Кшетра Саньясу. Тот, кто дал такой обет, не может покидать святую Дхамму, не может покидать Кшетру ни при каких обстоятельствах». Но Гададхара Пандит был готов нарушить свои обеты. Пусть это Кшетра Саньяс отправится в ад. Я не могу вынести разлуку с тобой. Я отвечу за это. Так Махапрабху собирался во Вриндаван, а в конце концов пришел в Навадвипа-дхаму. Принял омовение в Ганге, встретился со всеми преданными, пошел в Северную Бенгалию, встретился с Рупа Санатаной, и оттуда он принял решение отправиться во Вриндаван, но так и не смог уйти, потому что Канай Нартсала — это местечко на границе Бихара и Северной Бенгалии. Махапрабху не смог по определенной причине пересечь эту границу, и он вернулся назад в Пури, сказав преданным: «Я причинил сильную боль Гададхару, поэтому я не смог достичь Вриндавана, не смог дойти до Вриндавана. Не увидел я Вриндаван Дхаму из-за того, что сделал больно Гададхару». Ранним утром Махапрабху, никому ничего не сказав, отправился во Вриндаван. Все искали его. Но Махапрабху ушел в поисках Кришны. Он принял решение. Перейти через лес Джариканда. Сейчас это уже стал отдельный штат. В то время это был дремучий лес. Этот лес был наполнен львами, тиграми, шакалами, волками.
волками. Махапрабху на самом деле и есть сам Кришна. Приняв саньясу, я хочу рассказать о настроении Махапрабху касательно Дхаммы. Он получил саньясу в Катве. И затем он проявил лилу безумия, когда он несся во Вриндаван. Нитянанда был с ними, Мукунда. Они отговаривали его, но Махапрабху ничего не слушал. Служа Мукунде, Кришне, я пересеку материальный океан очень легко. Как безумный, говорил Махапрабху, говорил подобные слова. С Данды он бежал во Вриндаван. Нитянанда говорил, я не могу его остановить. Махапрабху, переполненный премой, несся во Вриндаван, как безумный. В конце концов, Нитянанда принял решение посоветоваться с кем-то из мальчиков-пастушков. То есть нет, он обратился к мальчикам-пастушкам, к местным. Пожалуйста, когда Махапрабху здесь побежит, скажите ему, что Вриндава находится в другой стране. Все послушали Нитая, мальчики-пастушки послушали и так и сделали. Махапрабху, завидев мальчиков, пастушков, был очень рад и обратился к ним. Где Вриндаван, мальчики? И они показали в конце противоположное направление. И Махапрабху побежал. В конце концов, он достиг Навадвипа, пришел к Ганге. Там его ждал Адвайта Гасай в лодке с новыми одеждами. Когда Махапрабху подошел к Ганге, он увидел Адвайта Гасая. «О, ты тут? Откуда ты знал, как ты узнал, что я во Вриндаван, что я во Вриндаване?» И Адвайта Гасай сказал: «Ты сейчас ты на берегу Ганги». О, Нитянанда сказал, что это Ямуна. О, не слушай его, он врет. Это Ганга. Но на самом деле он тебе... Нет, то есть он тебе не соврал, потому что здесь еще с одной стороны Ганга, а с другой стороны Ямуна. Но на самом деле там, где ты, там и есть Вриндаван. Когда Махапрабху шел через лес Джариканды, тигры и другие дикие животные не могли причинить никакого вреда ему. В Бхагаватам есть одна замечательная шлока. Во Вриндаване различные животные дружат между собой. Никто ни с кем не воюет. Во Вриндаване олень и тигр могут жить вместе. Я сам видел, как однажды во Вриндаване теленок и обезьяна вместе играли. Обезьяна хватала так вот лицо, голову, морду теленка. Ну так они как-то играли вместе. Во Вриндаване постоянно все друг с другом, отношения среди всех наполнены любовью, между всеми наполнены любовью.
То есть для нас очень важно настроение, с которым Махапрабху шел во Вриндаван. Именно с таким настроением мы должны отправляться на парикраму во Вриндавану. Если мы не поймем настроение Махапрабху, тогда наши поездки во Вриндаван бесполезны. Что толку? Мы поедем во Вриндаван, будем смотреть на деревья, на камни вместо Говардхана. Пять тысяч восемь кунд существует во Врадже, но в настоящий момент они исчезли. Максимум сейчас где-то 500 кунд, и то они на грани исчезновения из-за наших материальных бхав. Когда Махапрабху добрался до Вриндавана, прежде всего он встретился с одним брахманом в Матхуре. И этот брахман вместе с Махапрабху начал петь и танцевать. Махапрабху спросил: у тебя есть гуру? Да, мой гуру Дев Мадхавендра Пурипад. О, ты мой гуру. И Махапрабху стал предлагать им поклоны. А тот был удивлен. Ты же моя гуру Варга. Нет, нет, не говори так. Не нужно предлагать мне поклонов. Поклоны. Мадхавендра Пурипад приходил во Вриндаван, совершал там парикраму. И между тем он принял прасад в моем доме. Так рассказывал этот брахман. Саннулия брахман. Это не самый высший класс брахманов. Как правило, в их домах люди не принимают прасад. Но Мадхавендра Пурипад сделал это. И Чайтанья Махапрабху сказал: о, тогда я тоже приму. Ну как это возможно? Я же низкорожденный брахман. Я следую своей гуру Варге. Следую по стопам гуру Варги. Я не следую никаким правилам, кроме их. И так этот брахман пошел с Махапрабху. Продолжал паломничество вместе с Махапрабху. Между тем, Махапрабху остановился в Акрургате целенаправленно. Это то самое место, откуда где Акрура отдыхал, где он принимал омовение в Ямуне, когда вез Баларама Кришну из Вриндавана в Матхуру. Он в воде он увидел То есть на пути из Матхуры во Вриндаван есть это самое место, Акрура-гат. Почему Махапрабху захотел остановиться там? Махапрабху,
Потому что там никто не мог его побеспокоить, он хотел углубиться в медитации. Каждый день он... То есть, наверное, он остановился там и оттуда уже каждый день ходил во Вриндаван и посещал храмы. По желанию Махапрабху, Рупы Санатана, все Госвами открыли священные места Браджа. Один человек посадил во двор попугая, обучил его говорить, и каждый раз, когда кто-то приходил, попугай отвечал приходящему. Научили, конечно, попугая говорить, но он сам не понимал, что он говорит. Он просто запомнил слова. Он говорил, когда охотник придет и схватит тебя, убегай, беги отсюда, уходи. Он не понимал, о чем он говорит, но просто его научили этому, и он повторял. Однажды пришел один охотник, увидел попугая, подумал, очень дорогой. И попугай повторял и повторял. Придет охотник и поймает тебя, убегай, уходи, уходи отсюда. А это же был сам охотник. Попугай не понимал, что он говорит. То есть это произошло, пришел охотник на самом деле и схватил этого. А нет, пришел охотник и принес фрукты. Попугай подлетел к этим фруктам, и охотник его поймал, в конце концов. То есть к чему это говорится? Что все что-то говорят, но редко кто говорит о своих собственных осознаниях. Махапрабху отдыхал под деревом Имли, на Имлитале. Там он воспел святые имена. Утром Махапрабху пришел, пересек Ямуну, пришел туда и увидел там одного замечательного саньяси. Предложил ему поклоны. Махапрабху сказал, сегодня мне приснился сон, и я увидел в нем такого же саньяси, как ты. Я пересек реку и сразу же встретился с тобой. Я очень удачлив. С этого момента этот Браджаваси больше Кишнадас,
that side of river, he is not going. He is staying with Mahaprabhu. Always staying with Mahaprabhu. And Krishnadas, Sanodiya Brahman, they are going to help. То есть это все-таки, наверное, было не саньяси, а у него был и дом, и были и семья, была дети, но после встречи с Махапрабху он туда больше не возвращался. И он также стал сопровождать Махапрабху вместе с тем браманом из Мадхуры. И они посещали различные леса Вриндавана. Где бы ни был Махапрабху, в лесах все коровы всегда подбегали к нему и начинали лизать его тело. Махапрабху был в глубоком экстазе. Коровы знали, что это Кришна, который вернулся. Итак, чувство Махапрабху несравненное. Куда бы он ни шел, в то время практически все виграхи, божества исчезли, ушли. Вначале, прежде всего, мы с вами будем обсуждать, как божества были открыты Госвами, Рупа Госвамипадом, как он открыл, как Гопал Бхатта Госвами открыл Радхарамана. Санатан Гасай Мадан Гапала отыскал. И очень интересно послушать об этих историях. Вы можете увидеть, как сам Бхагаван разговаривал с своими преданными, как он ел чапати, к примеру, у Санатаны Госвами, просил соли у Санатаны Госвами. Где мне взять тебе соли? Сегодня ты просишь соль, завтра сахар попросишь. Где мне все это тебе брать? Я же нищий. Ну хорошо, если у тебя нет соли, я дам, говорило божество. Послушать обо всех этих историях очень полезно. Но парикрама — это не что-то непросто. Необходимо чувствовать единение с Святой Дхаммой, со Вриндаваном. Иначе парикрама не получится. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур дает нам наставление в киртане. Куда бы ни шел Махапрабху, under the guidance of Pranay devotee, very, very high class devotee, those who are Brajavasis. In one sense I can say, those who are Brajavasis, only and only they can show Brajavasis. Только лишь Брадживаси могут показать Браджадхам. Они и только они. Такие как Санатна Госвами, Рупа, Джива Госвами, Рагунадас Госвами. They can allow me, they can give me power to see Brajadham. Они дадут мне возможность увидеть Браджадхаму. It is a instruction of Shastra. If you at all, таково наставление Шастр. Если вы хотите увидеть, получить даршан Вриндавана, вы можете пойти во Вриндаван, но лишь под руководством таких преданных, как Рупа и Санатана Госвами. Там ваши деньги не работают. Много
притеснение исходило от мусульманских правителей. Они хотели разрушить Вриндаван, хотели изменить название Вриндавана. Хотели назвать его Маминабад. Они не понимают, что Вриндаван — это вечная дхама, и никто не сможет изменить ее имя, ее название. And his minister, boy of minister, both of them wanted to go to Agra from Delhi. From Delhi to Agra. Один мусульманский принц отправились с Агры в Дели на конях. Они спросили, какой путь будет лучшим. Им предложили поехать через Вриндаван, и там, чтобы они смогли увидеть разных саду. Но также вы можете поехать напрямую в Агру. И этот принц был очень впечатлен, захотел увидеть воочию Вриндаван и поехал через него. Когда он туда приехал, он увидел красоту Вриндавана. Порой лошади останавливались около Ямуны, чтобы напиться. Он встречался с разными саду в Колпинах. В то время Вриндаван был еще лесом, и получилось так, что принц залюбовался красотой Вриндавана и отстал от основной группы, и таким образом он остался жить навсегда во Вриндаване. Он не вернулся назад. Он услышал, что здесь Кришна совершает свои игры и захотел получить даршан Кришны. Обрел глубокую веру, что в один день он увидит Кришну. И он сказал, что я не покину врач, пока это не произойдет. Он просил милостыню, просил пищу и постоянно был занят поисками Кришны. Кто-то говорил ему: отправляйся на Говардхан, там ты встретишь Кришну. Он шел, там Шринаджи Махарадж, божество. Он хотел войти в храм, но Пуджари не позволял ему: ты же мусульманин, мы не можем тебе разрешить. И он стоял за воротами храма и плакал. Я слышал, что Кришна... В конце концов, он все-таки увидел Кришну. Его звали Раскан. Я могу показать вам его самадхи во Вриндаване. По сей день, все, что было написано им, по сей день изучают в институтах. Также и мы должны верить, что не сегодня, так завтра мы сможем увидеть Кришну.
Кто-то может говорить, что нет никакой гарантии, что я встречусь с ним. Зачем тратить свое время на баджан? Но если у вас есть твердая вера в гуру и вайшнавов, нужно следовать им. Если нет никакой гарантии, зачем бы мы оставили своих отцов и матерей, зачем я покинул свой дом, они так любили меня, но я верю, что в этой жизни возможно встретиться с Кришной. Не нужно ждать следующей. Зачем рисковать и откладывать баджан на следующую жизнь? Есть так много случаев. К примеру, Акбар Ватсар. Это один знаменитый мусульманский царь. Он очень любил гуру вайшнавов. Иногда он приезжал во Вриндаван и одна из его жен, у него было много жен, одну из них звали Джодабайи. Она получила даршан Кришны. Однажды она обратилась к Санатану Гасаю. «Гасай, я хочу служить тебе. Что вам нужно? Мне не надо ничего. Ну, что-нибудь. Что я могу сделать для вас? Да мне ничего не надо. Мне надо, я вот чапати питаюсь. Ношу коупину, больше ничего не надо». Но, то есть это был Акбар, не его жена, а сам он. «Ты можешь построить гад, ступеньки к спуску, спуск на Двадаша Адитья Тхили». Там, где изначальный храм Мадан Махана. Санатан Госвами сказал, что я каждый день принимаю омовение в Ямоне, спускаясь к Ямоне, чтобы набрать воды, и ступеньки сломаны. Если ты сможешь починить, было бы очень здорово. И царя задело самолюбие. Но я же царь. Что, он шутит, что ли, надо мной? Починить какие-то ступеньки? Я же царь. Я все что угодно могу сделать. Как в случае с Бали Махараджем. Когда Вамана Дев попросил три шага. Он подумал, что за незначительная просьба? Я могу даровать тебе целый континент. One Barsha, one continent, one country. Well, no, I don't need. I say, okay, I can give you some villages. I can give you horse and elephant and a queen. Я могу дать тебе все, что угодно. Царей, слонов, дочерей, царевн в жены. А ты просишь. If you can give, then you give. Otherwise, I'm going, wait. I can give. Shukracharya says, don't give. He's Bhatuk Brahman, he's Vishnu. Is Vishnu coming in this form? He can take all everything. Then Bali Maharaj begins, then I am very lucky. If he is Vishnu, then surely I am going to donate. I thought he is a small Brahmin boy. So I wanted to give. But when I come to know he is Vishnu, I can give 100%. Then Gurudev become angry. You idiot, going to violate me? Is Vishnu can take you everything? Well, no, that's just, в конце концов, гуру
Maharaj is taking the lesson from Prahlad Maharaj. Bali Maharaj, original guru of Bali Maharaj is. Изначальный гуру Бали Махараджа это Прахлад Махарадж. Поэтому Бали Махарадж достиг успеха. So, Sanatana Goswami speaking, that portion of this staircase is broken. Итак, Санатана Госвами сказал, что вот эта ступенька сломана, если сможешь починить, будет здорово. И царь был... поражен. Это что, как бы, он думает, что это все, на что я способен. И Санатана Госвами почувствовал, что в нем восстала ложная эго. Вот-вот, посмотри, вот та ступенька сломана. Когда Акбар Ватсар посмотрел на эту ступеньку, он поразился. Санатана Госвами хотел показать ему богатство Санатана Дхамы, для того, чтобы принизить его ложное эго. Ты посмотри, посмотри на эту ступеньку. И когда он взглянул, он увидел, что они сделаны из драгоценного камня, то есть из драгоценных камней. Да даже если я продам всю свою страну, мне не хватит денег, чтобы починить эту ступеньку. Даже один бриллиант я не смогу сюда приобрести, купить. У меня было столько ложного эго, но сегодня я освободился от него, потому что ты показал мне, что есть Вриндаван. Акбар Ватсар был мусульманином, мусульманским царем. Но по милости Санатаны Гасая он увидел подлинный Вриндаван. Апракрита Дхаму. Завтра мы продолжим. На сегодня время вышло. When I'm speaking now, you have to feel that you are in Vrindavan. Then you can go on speaking. I can go on speaking. You can feel that as if you are in Vrindavan. Follow what I say.